В доме Елены Смирновой в Больших Веземах промерзали стены торцевых квартир, а после дождей туда попадала влага. По просьбам жильцов дом включили в краткосрочную программу по капитальному ремонту. К работам приступили в конце мая. Могу сказать от лица всех наших жителей, что мы очень рады, что наконец-то наш дом попал в капремонт. И замечательный проект. Это, наверное, будет сейчас самый лучший дом в нашем городке. Вот, вентилируемый фасад. Я считаю, что лучше не придумать. Спасибо большое, что есть такие программы, которые улучшают жизнь людям. На улице Городок 17 рабочие утепляют фасад многоквартирного дома. Глава округа Андрей Иванов посетил объект. Насколько это долговечно? Ну, гарантии это где-то примерно лет 25. Вот на это. То есть, ну, это, в принципе, современная технология, где применяется на всех новых домах. При проведении работ соблюдают всю технологию монтажа. Обошьется керамогранитной плиткой 600 на 600. Тем самым дом станет энергоэффективным. Соответственно, пропадут все эти жалобы. Ну и сейчас уже жители довольны. Они уже говорят спасибо. Ремонтные работы на контроле у Андрея Иванова. Завершить их планируют к отопительному сезону. Екатерина Крамер, Полина Бахова, Ольга Дмитриева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».